Доброго вечора, шановні глядачі. Вечірній ефір каналу «Миколаїв» продовжує програма «Гаряча лінія». І сьогодні вона буде трошки незвична. До нас в гості завітали артисти Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Не випадково. Я вам скажу, не випадково. І чому? Зараз ми подивимося одне відео і зрозуміємо, вони повернули щойно з Полтави. Академічного художнього російського театру з виставою «Страсті Патарчалову». Тож, давайте разом з вами поринемо у цей дивовижний світ театрального дійства. Ну, а ми з вами, шановні глядачі, зараз поринемо у світ спілкування з артистами, безпосередніми учасниками 8-го відкритого регіонального фестивалю театрального мистецтва в гостях у гоголівців. Я представляю раду своїх гостей. Це Микола Антонович Кравченко, художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Василь Остафійчук, народний артист України. Катерина Богданова, артистка Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, і вона ж є керівником музичної частини цього колективу. І чоловіки, прекрасні чоловіки, це артисти Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Андрій Карай і Руслан Коваль. Доброго вечора. Доброго. Микола Антонович, ну, самое главное, давайте расскажем, как наш коллектив пригласили участвовать в 8-м открытом региональном фестивале театрального искусства и почему именно был выбран спектакль «Страсти Патарчалову». Ну, вы знаете, может быть, и не совсем корректно перед зрителями рассказывать именно такую, вернее, такую причину. Почему? Но, тем не менее, она носит позитивный характер. Почему? Потому что выбор спектакля зависел, ну, может быть, что-то другое повезли бы туда. Хотя этот спектакль, он является неким золотым фондом нашего театра. Но, может быть, мы повезли бы что-то другое, если бы у нас были деньги. Но поскольку у нас денег не было на поездку, и мы очень долго тянули время, не отвечали на приглашение, и говорили, что у нас очень много забот, проблем. Все-таки надо было 20 тысяч вырвать из своего бюджета и потратить на поездку на фестиваль. Хотя нас там кормили, расселяли, но тем не менее надо купить билеты на поезд, надо было отправить декорацию. И выбор этого спектакля в основном сработал на том, что мы не должны были вести декорацию, потому что грузовая машина через всю Украину, куча денег, просто неподъемный проект. Вот. И мы попросили наших коллег, сказали, сделайте подбор декорации. Декорация не затейливая, очень простая декорация в этом спектакле, и нам сделали подбор декорации. Мы взяли, ребята взяли костюмы, подмышки и поехали. То есть сугубо экономический вариант. Да, эконом проект, да. Но я вам скажу, несмотря на это, и у нас будет еще один сюжет, я хотел мы потом увидим, да, как реакцию зрительного зала, и я вам обещаю, что в какой-то из передач я вам принесу прессу, которая будет освещать наше пребывание в этом городе. Вы знаете, ну, каждая лягушка хвалит свое болото, да? Ну, наверное, я не являюсь исключением. Тем не менее, то, что
мне передавали и то, что рассказывали коллеги, ну, хочется гордиться этим коллективом, потому что коллеги-администраторы, работающие в Полтавском театре, нашим говорили, мы уже давно здесь работаем, но такой реакции зрителя, зрительного зала мы давно уже не видели. То есть я, собственно говоря, был инициатором этой встречи еще и потому, вот казалось бы, какая связь может существовать между тем, что мы поехали на гастроли или для участия в фестивале, и между тем, что у нас вообще происходит. Вот у нас такое неординарное событие, в Нидерландах проходило голосование, там референдум по поводу приглашать нас, не приглашать. В общем, мы занимаемся только этим. И почему я об этом говорю? Вчера я совершенно случайно включил телевизор, пришел на обед, включил телевизор, и там рассуждают о том, что, а что нам надо делать, надо делать реформы, они не делаются, надо делать вот это, а что мы можем Европе представить? Вот как что-то позитивное, положительное и очень необходимое. И вдруг, я не помню фамилию этого политика, он говорит, но у нас высокий уровень культуры, высокий уровень искусства. Понимаете, то, о чем государство в принципе никогда не заботилось и сейчас не заботится, вот, выжило и живет такой жизнью, что может активной жизнью, что может представлять. Нам не стыдно показать свой театр на любой сцене. И мы сейчас едем в мае. Давайте мы чуть позже об этом поговорим. Все-таки о спектакле «Страсти по Торчалову». Да. Вернемся к тому, что происходило в Полтаве. Василий Георгиевич, ваша реакция, вот как вы ощутили, да, вы работали на многих сценах, вы работаете во многих сериалах. Ну, человек известный, Василий Стафичук, которого все знают и любят. Вот, Полтава как принимала, и та реакция зала, то ощущение, что вы ощущали на сцене? Я вам скажу, я благодарен Николаю Антоновичу и руководству театра, что мы поехали в Полтаву. Мы впервые там были. Очень прекрасный город. У нас была экскурсия после спектакля на следующий день. Мы посмотрели исторические памятники, женский монастырь, церкви. Еле забрали. Да, да. Из монастыря. Но принимали нас очень хорошо. Очень хорошо. Руководство театра, декорации, мы приехали, уже все было готово. Мы только поставили и все. Спасибо. Я, кстати, хочу напомнить нашим телезрителям, что коллектив Николаевского академического художественного русского драматического театра всегда принимает тепло. Наша съемочная группа была участником поездки в город Нежин, тоже на фестиваль женского творчества. Тогда была ошеломляющая реакция, просто я общался со своими коллегами в городе Нежин, и они говорили, что действительно тоже такой реакции и такого тепла, и таких оваций давно в Нежинском театре не видели. Поэтому то, как принимала Полтава, наверное... Я еще хочу добавить, что я общался с руководством, с художественным руководителем Полтавского театра. Он говорит, вы знаете, им не разрешают ставить на русском языке. Mm-hmm. И говорит, Полтава очень соскучилась по русскому языку. Я говорю, а почему не разрешают? Ну, у нас в украинском театре ставят на русском языке. Говорит, ну вот, нет такого, конечно, что вот нет, запретить. Жесткого такого. Ну, да, ну, негласно, вот, не рекомендую. Ну, они говорят, мы очень соскучились по русскому языку. Андрей, Руслан, ваши ощущения от Полтавы? Ну, честно, вот мы когда вышли, во-первых, когда у нас была репетиция, мы вышли на сцену, ну, это аура просто. Этот театр, он копия Херсонского театра. Зал сделан амфитеатром, и, ну, очень красиво. То есть акустика хорошая. Он немножко меньше, уже, чем наш, ну, зеркало сцены. Но очень уютно. И когда шел спектакль, то есть мы чувствовали зрительный зал, мы работали с ним в одном дыхании, и вот действительно было уютно. И после этого вот, ну, восприятие зрителя нашего спектакля. Действительно, вот было ощущение, от Полтавы осталось впечатление очень уютного, такого домашнего, хорошего города, где приятно находиться. Адаптация на сцене быстро проходила? То есть вот одна репетиция была? Сколько репетиций было до показа? Одна репетиция, да. Мы сработали
черновой прогон. И... Было очень волнительно. Ну, как казалось, что не зря. Поэтому нам... Сколько времени ушло вот как раз на эту черновую репетицию? То есть вы приехали утром? Утром приехали, утром. Поставили вечером... декорации, и вечером работа. Да. Ну, то есть это форма, которая была в Нежинском, да, в Нежинском, да, театре. Да, да. Тоже она связана с экономией средств. Катюша, твои впечатления? Очень позитивные впечатления. Очень. Ну, я на этой сцене работала не первый раз, мне доводилось на ней работать, так мне не очень страшно было. Я ее узнала уже в «Антрепризе» в свое время. Ездила, и там есть много друзей у меня из Полтавского театра, они приходили на спектакль. Они знали об этом спектакле, конкретно о «Страстях по Трочалову». Они очень ждали его, потому что очень много мы рассказывали о нем. Они ждали, говорит, 10 лет мы слушали, больше 10 лет, наконец-то мы увидели. И никто не был разочарован, все были, сказали, что да. Актерская игра, ну, декорациями, конечно, там постановочно, это пьеса игровая, она актерская. Никого мы не удивляли, но всем очень понравилась актерская игра, и было очень приятно, и много друзей пришло, и всем понравилось. Ну, давайте нашим телезрителям покажем. Зараз я пропоную режиссерам показати відео того, як, власне, завершувалась вистава «Страсті по Трочалову» в місті Полтава. Ось бачите, яка тепла атмосфера панувала у Полтавському театрі в залі після завершення вистави наших, можна сказати, наших колег, наших друзів, артистів Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Ніколай Антонович, ну а тепер, собственно, о планах на будущее в ближайшее время. Ну, давайте я вот чуть-чуть вот еще скажу по поводу театра и по поводу некой такой социальной сути театра, в принципе. Это та кафедра, вот Гоголь говорил, что театр – это кафедра, с которой можно сказать очень много хорошего, и он был прав, но сейчас, в наше время, когда все поголовно врут, вот у нас общество засыпано как неким ядовитым вулканическим пеплом, враньем, мы просто задыхаемся от него, и только театр, вот только театр, казалось бы, говорят, ну, в театре что, играют, да? Ну, разве там правда, там игра? А вот нет, наоборот, только со сцены театра можно услышать правду. Только сидя в зрительном зале сейчас, человек верит в то, в те чувства, которые идут со сцены, те мысли, которые идут со сцены. Это очень важно. Потому что кто-то из моих знакомых, ну, такой саркастичный человек, сказал, что правду можно услышать или от актера со сцены, или от врача скорой помощи, который засвидетельствовал факт смерти. Он не соврет. И актер со сцены не соврет. Вот. Поэтому мы, я думаю, и мои коллеги, и я, в общем-то, мы всю свою жизнь отдали служению театру, я с Василием Георгиевичем больше, вот ребята меньше, но тоже они уже полностью заражены этим ядом лицедейства, и вряд ли кто-то... Я бы сказал, бальзамом ну, хорошо, лицедейства. Хорошо, да, да, ядовитым бальзамом лицедейства, и вряд ли кто-нибудь из них уже поменяет стиль жизни, и я надеюсь, что они и не поменяют этот театр на какой-нибудь другой. А сейчас, собственно говоря, о тех планах, которые у нас есть. Мы 28 и 29
мая, боюсь ошибиться, или 27-28, ну вот в конце мая. Мы работаем на сцене Анталийского театра, там уже немножко другой стиль. Мы работаем с пьесой Гоголя, вернее, по Гоголю. Она называется, спектакль называется «Инкогнито из», потому что мы участвуем в фестивале. В этом фестивале, как правило, участвуют ведущие европейские театры. Мы очень долго не могли на него попасть. Нам обещали, ну, где-то лет 5 назад нас уже приглашали, а потом приехал наши конкуренты, Берлинер ансамбль, и они съели весь бюджет этого фестиваля. И нам сказали: ребята, извините, пожалуйста, вот приехало там 150 человек немцев, надо кормить, поить, и все. Вот, будем ждать других времен. Сейчас нас пригласили, мы едет 20 человек наших работников, но форма... Анталия дождалась Николая. Да, дождалась Николая. И я думаю, что реакция будет не менее жаркая, нежели в Полтаве. В чем прелесть, которую мы усматриваем в этом спектакле? Все расходы, которые будут понесены во время проведения фестиваля, ложатся на плечи турецкого театра, потому что мы не платим ни за перелет в самолете, ни суточный, ничего. Мы должны просто доехать до Одессы, там уже нас будут ждать, мы садимся в самолет, нас переправляют в Анталию, мы работаем, притом работаем, наш театр работает 2 дня подряд. Мы показываем не один спектакль, показываем 2. И, в общем-то, это тоже достаточно серьезная поездка, потому что мы не так часто бываем за пределами нашего города. И я вам скажу, что я очень рад. И сейчас очень много говорят, а что такое патриотизм, да? Что такое человек-патриот? Чем он должен заниматься? И я очень рад, что вот эти люди, которые сидят рядом со мной в студии, они патриоты. Патриоты нашего города, патриоты нашего государства. Потому что своей работой, своим высоким искусством они поднимают просто общество и просто вот наше государство на много голов выше. То, что дискредитировано, то, что уничтожено, ну, в общем-то, не совсем добросовестными политиками, театр возрождает. Вот. Далее у нас в июне месяце, 8-9 июня, нас пригласили в Киев, что тоже, в общем-то, не каждый день у нас происходит. Мы едем со спектаклем «Драконы», будем работать на сцене Киевского театра имени Леси Украинки. Это тоже очень ответственное мероприятие, и никакая антреприза не может сделать такую поездку, потому что если вы наблюдали те спектакли антрепризы, которые приезжают сюда, это 2, 3, 5, 6, 7 человек, это максимум, декорации очень незначительные для того, чтобы сэкономить деньги. Мы везем туда, едет 55 человек, мы везем туда полный комплект декораций, световой аппаратуры, которая не достает для показа этого спектакля. Откуда деньги я взял, я вам не скажу. Хорошо. Самое главное, что эту работу увидят все-таки в Киеве. Когда был День театра, мы с Катюшей общались уже, как руководитель музыкальной части и как актриса. Хочу у тебя спросить. Знаю, что каждый год наш коллектив работает над какими-то работами, которые посвящены, скажем так, войне. Да? И вот сейчас идет такая работа, ты говорила об этом. Давай еще раз нашим телезрителям об этом расскажем. Это совместная работа наша с Николаем Антоновичем. Называется она «Сыновья уходят в бой». Премьера состоится 13 числа. Сейчас, секунду. Вы обратили внимание? Вот молодой режиссер, как она говорит, это совместная работа наша, она себя уже называет во множественном числе. Не, ну она молодец, конечно. Катюня, извини, что я тебе... Николай Антонович, вот так вот, все равно он со мной будет продолжать работать. Вы будете вместе продолжать работать. 13 числа состоится премьера этого спектакля. На чем спектакль будет? Я думаю, что этот спектакль будет о любви.
не хочется говорить в столь сложное время о войне, не хочется забывать тех людей, которые положили столько своих жизней, усилий, душевных сил, духовных сил, чтобы мы сейчас мирно существовали, наши деды, прадеды. Нельзя забывать их подвигов, потому что если люди, которые не помнят своего прошлого, не могут иметь своего будущего. Вот. Иван Антонович, эти спектакли будут, скажем так, благотворительными или вы все-таки... И благотворительными в том числе. Это будет 4-5 спектаклей благотворительных, остальные будут продаваться. Они в основном направлены на, как бы, на молодежную аудиторию. К сожалению, вы знаете, у нас есть много спектаклей, и посвященных... военной тематики, которую мы ежегодно ставим. И вот как ни странно бы казалось, у нас есть спектакль, я считаю, что он замечательный, который мы поставили к юбилею Тараса Григорьевича Шевченко. Мы показали на юбилей, показали на фестивале, мы получили очень хороший отзыв, ну просто хорошая картина, ну вы видели спектакль, да? Вот. Но, к сожалению, вот среди этого гула, опять-таки, такого лживого патриотизма, по большому счету, этим произведением искусства, его можно без оглядки называть произведением искусства, высокое искусство, мало кто интересуется. Вот поэзией Шевченко, его судьбой, его мыслями, его проблемами изучать, познавать себя через гения, своего гения. Как-то мы не особо и настроены. Ну, есть и есть, ну и все. Вот обидно. У нас остается несколько минут до конца программы. И еще один вопрос. В этом году... В Николаевском академическом художественном русском драматическом театре должен состояться юбилейный фестиваль театрального искусства «Homo Ludens». Готовитесь к этому событию? Безусловно. Мы сейчас набираем репертуар, то есть работаем с коллективами, которые к нам приедут. У нас, если вот, допустим, в Полтаве это не конкурсный фестиваль, то есть там нет жюри, там не оценивают работу, там просто зритель оценивает работу коллектива как такового вообще. У нас фестиваль конкурсный, у нас есть жюри, у нас присуждаются места, и, в общем-то, очень многие театры, которые приезжают и так легкомысленно относятся к поездке в город Николаев, в город очень требовательного зрителя, вот, и очень требовательного жюри, который у нас, собственно, постоянно... Те театры, ну, достаточно много получают нареканий, и это болезненный такой процесс, слышать от жюри, что, ребята, чего вы сюда приехали? Но не доходите вы до уровня этого фестиваля, вы не дошли, сидите дома, учитесь работать. Вот, конечно же, мы не можем, я думаю, что мы получим поддержку и кого-то из меценатов, мы получим поддержку той программы, которая есть, и получим те деньги, которые запланированы. Не хочется, чтобы наш город, имея такой колоссальный потенциал культурный и потенциал в области искусства, не хочется, чтобы он в связи с какими-то событиями незначительными, проходящими сиюминутными, чтобы этот потенциал терялся. И мы, конечно, своим коллективом будем делать все, чтобы к нам приезжали гости, чтобы наши зрители смотрели много хороших спектаклей и, естественно, имели представление, чтобы слава о нашем городе, слава о нашем театре разлеталась по всему миру, по всей Україні. Ну що, шановні глядачі, будемо чекати на ось таку подію, ювілейний театральний фестиваль «Homo Ludens», який відбудеться на початку жовтня поточного року. Ще раз хочу сказати, що в гостях програми «Гаряча лінія» були актори і художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. До побачення, до зустрічі в ефірі, приємного вечора з телеканалом «Миколаїв».